С момента катапультирования, с момента задержания, по сегодняшний момент никаких претензий нет. Медицинское обеспечение, кормление, охрана. Ничего не могу сказать плохого. Вот как вы думаете, когда домой вернетесь? Я об этом пока не думал, потому что мне сломан позвоночник. Мне хотя бы до туалета научиться ходить. Не думал об этом. Вот, а задание какое было? Бомбить только военные объекты или вы попадали... Разведка, аэрофотосъемка. Меня сбили 9 еще августа. То есть мы здесь уже 8 дней находимся. Ну, в смысле, сначала в Буташауре, а потом здесь. А вот... Впервые летали на территории Грузии или же вам это место было знакомо? Так точно, первый раз. Микрофон не отчет.